Здравствуйте, мои детишки. Вот ты угадаешь загадку, получишь подарок. Угадай, сколько пальцев у Дед Мороза за спиной? Три? Нет, совершенно неправильно. Правильный ответ был 5. И ты ни хрена не получаешь. И ты тоже. Вы ничего не получите. Задумала, блин. Не тоже задумала. Не тоже задумала. Я тоже хочу задумала. Короче, привет, детишки. Как все нормально? Короче, тут такое произошло с вашими подарками. Я, короче, еду на санях сюда, да? И меня, короче, другие олени обгоняют. То есть за мной гнались, потом обгоняют, да? Так я думаю, мигалку, ну, все дела, без разницы. Ну, короче, я от них и в кувет улетел. Бам-бам-бам, сани все перевернулись. И все, такая тема, они меня догоняют. Короче, все, я убился там. Ну, слава богу, не умер там. Бах-бах-бах, перекувыркался. Они меня достают с машины и давай... Ну и проблема в том, что там подарки ваши все были, они, короче, все вдребезги. Вы это там не судите меня так строго, то все-таки Дед Мороз, ну в следующий год приду, все нормально разрулю, да? А пока, Миска, это, как его, компотику за меня выпейте, давайте. О, опять эти, олень! Ого-го! Привет! Слушай, мальчик, девочка, тут у меня последний подарочек остался для тебя. Бери, короче, как бы это, стихвари, ничего не надо говорить. Я их сегодня уже так наслушался. Батя, бать, налей 100 грамм, ну налей, а, ёшкинько. Здравствуй, мальчик. Ровно стал, я сказал. Отожмись 10 раз сперва, получишь подарок. Ты чё ноешь, как? Ты чё ноешь, я тебе сказал? А ну-ка отожался. Мне без разницы, сколько тебе. А ну-ка. Батя, не вмешивайся. Он не заслужил никакой подарок. Отожмись сперва 150 000 раз.